Вторая часть, не знаю какая часть. Вторая, третья. Да, нет, приветствую всех ночных снайперов! У-ху! Кто у нас? Кто в нашей команде тут? Егорка. И самый... Привет. Егорка. Привет. Привет. Артур. Привет. Маргарита. Привет. Не заботьтесь о моем имени, я Артур. Лерка. Привет. И капитан команды. Дима. Дима Каравай. У нас вокруг Карпаты, их не особенно видно, потому что ночь, и потому что облачно, но у нас тут уютно очень. И мы будем делать шашлык. Да, мы делаем шашлык. В первой части, помните, как я вам дал конфетку? Тут Дима делает шашлык, огонь для шашлыка, а дома мы делаем, мы растопили сауну и камин. Так что у нас тут все... На самом высоком уровне. У нас сказочный дом. Сказочный дом у нас, да, дом с гирляндами. Вот у нас даже забор с фонариками. У нас сыр здесь. Забор с фонариками. У нас есть своя веранда, терраса. Сыр. И вот гирлянды наши. Так что живем мы кучеряво довольно-таки. Кучеряво. Как, детки, вам нравится? Я вижу, вы зачарованы просто. Что, Артур? Что? А я здесь при чем? При чем я? Ты расскажи что-нибудь. Привет, все. Расскажи, что ты сегодня делал? Что? Где был? Я сегодня был... Нет, я вчера был в городе. И я было вчера страшно. Было страшно! Мы вчера были в лесу. Да. В горном лесу, вот реально в дремучем лесу, в самое сердце Карпатах. Мы и сейчас в горы, но вчера были вообще в лесу. А что было страшно? А почему было страшно? Почему было страшно? Потому что там могли прийти к нам эти... Волки или медведи. Да, или лиса. Но лиса ничего страшного. Да, или этот, или олень. А олень то... Ну, тоже ничего страшного. Ничего страшного, ну как бы. Понятно. А что вы знаете о волках и о медведях? Они ест человек. Едят. А олени ест траву. Ага. Едят. Олени ест еще еду. Едят. Олени ест еще. Или олень человека. Ест, да? Нет, Маргарита, олень не ест человека. Надо мясо невкусное. А какие у вас сегодня самые яркие впечатления за сегодняшний день? Какие у вас хорошие новости за сегодня? У меня. Да, давай. Мы делали шашлык, пошли куда-то. Мы еще не делали шашлык. Ой, мы еще не сделали. Только начали. Мы делали шашлык. До сегодняшнего, до сих пор, какие у вас хорошие новости? Так, только один день прошел и еще нет. Чего нету? А, есть. Но я не знаю, какие. А мы были в отеле вчера красиво, но нас забрали туда. Потому что он стоил, как наша машина, очень долго. Долго. Он стоил... Сейчас все расскажет, короче. Один годик, нет. Ну, как наша машина, короче. Хорошо. О, Лера, какие хорошие новости за сегодня. Мне нравится Кристик, он клевый. Все, Артурчик, ты уже сказал. Лерка какой? Что мы видели такой хороший дом. И сегодня. Я благодарю Богу, что он нам дал такой дом красивый. Ага. Какие хорошие новости у Маргаритки? Я рада, что мы в команде огня. Мы в команде огня, да? Да. Хорошо. Как вы были на мосту сегодня? Какие хорошие новости у Егорки? Игра. А Турчика? Хорошо. Хорошо, это была его хорошая новость. Хорошо. Представляю вам Егорку, который у него хорошего новости. Хорошо. Ну все, мы... Его все хорошо. Да, прекращаем пока мисс наше вещание. Сказали... Смотри, ты сказал, спроси тебя, какие тебе хорошие новости. Ребята, думаю, снимем следующий ролик, когда у нас будет готов шашлык и когда мы уже будем париться в сауне, да? Пока-пока.
До встречи.